мы на месте. Что-нибудь видно? Визуальный мир? Боится кого-то, не могу понять кого. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Кристерса под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Кристерса. Находит все. У него гуманоид и бес. Какой у нас бес? 8. Где ты подцепился? В школе. В школе. Сколько ты находишься в этом биополе? 27 дней. Откуда у нас гуманоид? Ута. Сколько ты находишься в этом биополе? 56 дней. На каком основании ты находишься в этом биополе? У меня свое основание. Увидел слабое место, подключился. Что значит у тебя свое основание? Это и есть мое основание, слабое место. Я вижу твои слабые места. Я сейчас тебе просто пробью дырку в тебе, потом достану живую плазму и засуну тебе ее в рот. И посмотрю, что с тобой станет. И у меня это мои основания. Твои основания, наверное, они неправильные. Это тебе так кажется. Ты зашел в биополе ребенка, ты ухудшал его здоровье. Итак, цель твоей подключки, я спрашиваю еще раз. Цель моей подключки – создание копии. Понятно. Сканер, дай мне полноту души Кристерса на настоящий момент. 100%. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Кристерса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Кристерсу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Итак, гуманоид, какую слабую точку ты нашел уязвимую в его биополе? Апатия, грусть, депрессия, подавленность. Ты ухудшал как-то его здоровье? У него проблема с рукой и стопой? Какие-то тормозил. Образы? Что тормозил? Излечение тормозил. Ну, это ты уже серьезно активно вмешиваешься. На каком основании ты вмешиваешься в процесс лечения? Мне надо, чтобы он оставался в таком состоянии нервном, депрессивном. Тебе надо. Хорошо, что тебе надо. И как ты тормозил, интересно? Оболочка есть моя. Сканер, просканируй сейчас Кристерса. Эта оболочка подсвечивается вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, выходит из его биополя. Как выйдет, как отключишь, отправляя в клетку-тюрьму. Она вышла, она очень тонкая и прозрачная. Отправляю в клетку-тюрьму, выстраиваю прямой канал от Кристерса к этой оболочке и даю команду Кристерсу произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Кристерсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается назад в эту оболочку. Усилию потоки в 50 раз. Готово. Ревер закончился везде, да? Да. Установили фильтр золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Кристер забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Кристер себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Что там идет, Вера? Ну, от оболочки. От беса идет красная энергия. От оболочки идет радость и спокойствие. Понятно. Готов? Хорошо. Итак, бес, выходи, снимай все, что ты оставил в его биополе, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. В ногах как сапожки. Хорошо. Снял. И сканер, просканируй сейчас Кристерса на чистоте гуманоида и этой оболочки. Осталось ли что-то еще незамеченным? Если что-то находишь, выводи, отключай. Чисто. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Кристерса с гуманоидом и его оболочкой и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Кристерсу, помогая моей энергии отстегнуть ему все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро. Канал выходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Проверка пройдена. Без. Ты больше никогда к этому ребенку не подойдешь. Я буду это проверять. Если я тебя еще раз, второй раз увижу, ты уйдешь только в галактическое ядро. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается сейчас портал внизу на чистоте беса. 1, 2, 3. Бес уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь.
Приветствую. Приветствую, Ли. У меня здесь гуманоид с Уты, 56 дней, прозрачная оболочка, накинул на ребенка, остановил процесс лечения, потому что ему надо было, чтобы ребенок оставался в таком состоянии, депрессивном, и вот он стоит здесь. Забираем на проверку его. Оболочку? Уничтожить. Под оболочкой открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Кристерс, как ты себя чувствуешь сейчас? Но он показывает проблемные места, и он спрашивает, что с ними можно сделать. Где они находятся? Рука и нога. Какая рука и какая нога? Давай сделаем так. Сканер, просканируй сейчас эти больные места на руке и на ноге. Они подсвечиваются красным цветом. У него ладошка и на ноге красное пятно. Хорошо, сканер, включи медицинскую программу и произведи излечение этих больных органов. Выведи все, что не нужно, там находится. И после этого проведи необходимые манипуляции для того, чтобы эта болезнь закончилась. Приступай. Ему выдавить надо там как корни. Включаем внутренний белый свет, помогающий моей энергии. Выдавливаем полностью все эти корни этой болезни. Она выходит, зависает перед ним. До 100%, да будет так, а так и есть. Сканер помогает. Готово. Это как два таких небольших, ну, я бы спрута сказала, с такими корнями. Я такие увидел, как спрута, да. Хорошо. Какая причина? Откуда это? Считай информацию. Зараза. Это какой-то вирус, да? Нет, это зараза. Зараза? Да. Откуда она взялась, эта зараза? Это человеческая зараза. Это людьми сделано. Это грибок. Понятно, хорошо. То есть там ответственных нету за это, да? Нет. Хорошо, открываем под этими медузами, этими корнями воронку в галактическое ядро. Все это уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Это как паразиты. Как паразит. Понятно, хорошо. И сканера. Заполни больные места, уничтожь микрочастицы, которые, возможно, остались еще от этой заразы, от этого грибка полностью. Он как сушит эти места, обжигает, теперь заполняет энергией. Отлично. Это как противоядие от этих паразитов. Даже если что-то, какие-то микрочастицы остались, они будут уничтожены этим противоядием, они не могут там жить. Отлично. Готово. Хорошо. Кристерс, так лучше? Да, так лучше. Он ждет, чтобы это на физическое тело перешло. Сейчас мы тебя будем возвращать назад в твою систему биоробот-душа. И в ближайшее время у тебя наступит уже, перейдет все эти энергии на физический план, в твой биоробот. И все то же самое случится на физическом плане. Ты излечишься полностью. Будем тебя возвращать. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Кристерса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Я поняла, у него вот это противоядие, оно должно сжечь то, что на физическом биоробот. Теле. Да. Сейчас оно как раз переходит. Отлично. Отключаемся от Кристерса, поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Thank you.